Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 2 ноября. Со вчерашнего дня я начала подробно рассказывать о диете, о здоровительной, о лечебной бессолевой диете. И сейчас я вот сделала перерыв на чай, пошла пить чай и решила вам рассказать, что я пью во время своей диеты и что лучше всего пить, в каких количествах. Потому что питье это очень важно во время диеты. Ну, про воду я не буду говорить, все мы знаем, это уже мы слышали 100 раз и читали, что выпивать надо 1,5–2 литра воды чистой ежедневно. Это вот без супа, без чая, просто чистую надо пить воду. Нам хорошо, у нас скважина артезианская, и я пью прям воду из крана. Она у нас хорошая, не хлорированная. От водопровода нам пришлось отказаться, потому что сильно много хлорки в водопроводной воде, и без какой-то обработки, без кипячения или без отстаивания ее пить было невозможно. Мы вот сделали свою скважину. Вообще пить, конечно, советов много. Некоторые пьют вообще, делают талую воду, в холодильнике вымораживают. Если есть время, у кого-то можно и так заниматься. Пьют минеральную воду. Пьют просто отстоянную воду водопроводную или кипяченую отстоянную. Это не важно. Главное, 1,5–2 литра воды мы должны выпивать. Вот когда занимаемся вот таким курсом оздоровления бессолевой диеты, то в отсутствии соли вот эта жидкость, она очень нам помогает. Ее соль не задерживает, она быстро уходит, пьем, она тут же через некоторое время уходит, и она вымывает все наши шлаки. Ну, конечно, кроме воды, пить можно и чай. Чай вообще можно пить в неограниченных количествах, естественно, без сахара, безо всего. Я вообще чай не люблю. Я кофеманка, я пью всегда кофе, но в те периоды, когда я вот начинаю заниматься зимой оздоровлением, это вот такой прекрасная возможность немножко попить чай именно для оздоровления. Я сразу иду, набираю вот такие травяные чаи, вот взяла с шиповником, мелиссой, малина, смородина, таежный, лесной. Все это продается в обычных магазинах. Вот еще сын привез с Горного Алтая какой-то. Ну, тоже чай, алтайские травы. Но это все заваривать надо. Это в чайничке очень долго. Я делаю это немножко пореже. А чаще всего покупаю простые вот такие фруктовые различные ароматизированные чаи. И вот этот чай, вот сейчас заварила каркаде с кислиночкой. И вот такой чай я использую как в качестве, можно сказать, как перекуса или что-то. Чай попьешь, все, уже можно теперь до обеда жить спокойно. Потому что сейчас 11 часов дня, утра ли. Я ела последний раз вчера, ужинала в 6 вечера, а мне нужно еще до 12 или до часа у меня будет, когда обед, вроде как ждать. А ждать уже желудок просит еды, и вот чаем можно обмануть. Я сейчас попью чай, и как раз некоторые полезные вещества вместе с чаем попадут. Если вот такие оздоровительные травяные чаи, то это очень хорошо. Можно несколько раз в день выпить чай, будет происходить очищение, и чай ваш, он немного притупит чувство голода, если вы захотите кушать. Еще раз говорю, что вот сидя на диете, самое главное не голодать, чтобы вы не запомнили, чтобы организм не запоминал вот это чувство голода, чтобы он потом не набрал снова килограмма. Если сильно хочется кушать, нужно или съесть яблоко, или выпить чая. Чай это вкусно, чай это полезно. Он не ограничен. Про соки хочу сказать, что соками не увлекайтесь. Кто хочет серьезно скинуть вес, сок пить вообще не надо, потому что он очень сладкий, калорийный. Это то же самое, что вы съели 2 ложечки сахара, с водой размешали. Сейчас соки почти все не натуральные, там много добавок всяких. Если вам хочется пить именно вот такое что-то сладкое, ароматное, я вот делаю так, просто холодной воды наливаю и туда немножко добавляю сока. Вода сразу делается такая, как это, как они называются-то, вот эти разбавленные нектары или компоты. Она приобретает вкус немножко сладковатый, приобретает запах вот данного фрукта, например, яблока или там груши, но калорийность там минимальная, близка к нулю. Просто мы обманываем, опять же, организм, что как будто выпили сок. Все, вот пошла я сейчас пить чай, про то, сколько можно пить и чего. Я немного рассказала, как делаю я. Но у каждого может быть, опять же, свой вариант. У меня же это не какой-то закон, выведенный мной. Я вот делаю так, мне это нравится, мне это помогает. Может быть, вы будете что-то другое придумывать.
Пить можно также отваривать компоты, ну, конечно, без сахара. Если у вас особенно есть свои яблоки, некоторые на зиму засушивают, но можно и покупать компоты фруктовые. Пить можно без ограничения минеральную воду, пить без ограничения чай, без ограничения воду. Все можно пить, кроме сладкого. И лучше не пить газированное. Все, до свидания.